Ну как, Геральт, ты готов? Давай достанем этих ублюдков. С удовольствием, Геральт. С удовольствием. Мое сердце твое? Это что за заклятие? Это же любовное письмо. Как я говорил, камень должен был объединить возлюбленных. Не думала, что скажу подобное Эридину. Айн Верели, Кира Найт, Адар Эйхблен, Эйдене. Брякушка сработала. Они близко. Где-то здесь. Тихо. Абсолютно тихо. Это засада. Надо бежать. Не в этот раз. Нет, Зираэль, ты не готова. Ты не управляешь своей силой. Я все сделаю. Цири. Уйди с дороги. Цири! Этот лед. Заклятие. Надо уничтожить посох, который его наложил. Посохом я не ограничусь. Thank you.
начинаем экзекуцию. Аккуратно. Так. Обалдеть. Все критические. Ну, получайте же. Так, активатор. Активатор работает. Еще здесь. А с этими можно, наверное, так попроще. Да, один удар, и все, и они все дохнут. Еще несколько здесь. Это не проблема. Да, урон тоже, конечно, у Цири неплохой. А что, если я просто пробегу здесь, не буду останавливаться? Я не знаю, они хотят, наверное, меня остановить. Зиваэль, я ждал тебя. Да что ты говоришь? Хорошие ударчики. Блин. Как-то я прям попался. Почти. Изгодят. Ведьмак. Хорошо. Давай заканчивать. Сейчас я закончу так, что мало не покажется. Карантирушка. Куда? Видишь, все не так просто. У меня есть еще пара тузов в рукаве. А у меня есть ломик в рукаве. Так, вот ты где? Далеко не уходи. Так, где он? А, сбили. Ну,
Хотя надо было бить. Ты не победил. Наверху там, посмотрите, какие-то серьезные сражения. Все пылает. Несмотря на то, что повсюду все замерзло. Ну правильно. Чего стоять-то? Надо действовать. Это наша! Сука! Ты видел цель? Она была с этим твоим эльфом! С этим твоим эльфом, блин. Давай, ставь. Ну, получилось, нет. Нифига. Помочь? Так, здесь тоже поможем мужикам. Почти две штуки по урону. А, этих вообще не могу трогать. Скажешь? Заткнись и дерись! У тебя был шанс. Ну,
ведьмак. Я так ждал тебя. Почему? Хотел тебе кое-что сказать. Позже. Когда ты будешь умирать. Ой, что я сделал? Ладно. Хорош, хорош. Ладно. О, замедление. Да чтоб тебе. Слушайте, он неплохую вертушку выдает. Давай. Блин, 76. Всего лишь. И как тебя победить? Хорош! Давай, давай. В чем же проблема? Иди, иди сюда, к папочке. Ай. Быстрей. Yes. 470. Получай! Есть! А еще? 1500! На-ка! 250. Не достал. Достал. Так, ну что ж делать-то? А, его здесь нет. Хорош. Я готов убить героя быстро и без боли. Но теперь я, наверное, откажу себе в удовольствии. Это мы посмотрим. На, блин, не получилось. Хорош, пробил. Ай. Осталось тебя добить.
что ты хотел мне сказать? Авалак обманул нас обоих. Он стравил нас, а сам забрал Цирилу. Я тебе не верю. Как? Я думала, ты знаешь. Я знаю только, что Валак нас, возможно, предал. Что там? Шторм? Геральт, смотри. Вперед! Не буду отвлекаться от цели, чего Авалак от нее хочет. Наверное, там уже что и люди. Собирай. Тюрьмо. Землетрясение? Надо спешить. Ай-яй-яй-яй-яй! Не останавливаемся. Просто бежим вперед. Обалдеть. Давай. Ну, Йеннифер. Давай. Там еще. Надо торопиться. Ворота между мирами раскрываются сушить. Все тяжелее. Все меньше. Все? Что с ними случилось? Белый хвост. Твою мать, нас сейчас засыпет! Ой, нет! Гвар, Ставель! Не отходи далеко! Спасибо, Йеннифер. И чего нам теперь здесь надо ждать?
Сейчас кто-нибудь выскочит. Да. Гончая дикой охоты. Помогай. Доберемся. Почему-то мне кажется, перехода туда нет. Ну, сейчас Йеннифер посмотрит. А, нет, все-таки есть. Передадим. Если он, конечно, что-то плохое сделал в Сцире. Сейчас разберемся. Что тебе не придется этого видеть. Где Цири? Недалеко. Послушай. Заткнись. Я уже наслушался твоей брехни. Берись за оружие и покончим с этим. Пощажу? Я думаю, что ты не нападешь на безоружного. Я не был бы так уверен, у меня очень плохое настроение. Я тебе не враг. Я просто помогаю Цири. Я не верю тебе. После всего, что случилось, я просто не могу тебе верить. А мне? Авалак говорит правду. Я попросила, чтобы он помог мне открыть башню, потому что я хочу туда войти. Зачем тебе туда? Дикая охота повержена. Но не белый хлад. Предания говорят правду. Я видела миры, скованные льдом. Я видела, что вас ждет. Только старшая кровь может остановить белый хлад. Только я. Обязательно приносить себя в жертву. Ты ошибаешься. Белый хлад неизбежен. Он идет, вымораживая один мир за другим, уничтожая всякую жизнь. Только я могу остановить разрушение. Я долго думала об этом и уже все решила. Должен же быть другой выход. Что ты знаешь о спасении мира, дурачок? Ты же простой ведьмак. Это моя история, не твоя. Позволь мне ее закончить. Не поступай так со мной. Прошу. Не сейчас.
поверь мне. Я бы хотела поехать с тобой в какую-нибудь корчму, пить глинтвейн, сушить сапоги. Но я не могу. Я должна попытаться. Ради тебя, Йен, Трис, всех. Держи за меня кулаки. Прошу за мной. Теперь страшно на улицу выйти. Ну что мы скажем, МГРу? Докладывай. Скажем правду? Или что-то еще, кроме правды? Уже даже плевать на вознаграждение, потому что, конечно, не очень... Хорошую картину нам показали с Цири. Но она принесла себя в жертву ради, как говорят в таких случаях, общего блага. Ну, заходим. Довольно.
говори. Цири мертва. Как это случилось? Знаешь пророчество о белом хладе? Цири попыталась его предотвратить. Ей удалось, но она заплатила за это самую высокую цену. Где тело? Не думаю, что его когда-нибудь удастся отыскать. Кто еще знает? Авалак, эльфский знающий. Но его ты тоже вряд ли найдешь. А Йеннефер? Она решила остаться на севере, если у тебя нет возражений. Нет. Что ты? Это не твое дело. Уже нет. Цирилла говорила что-нибудь? Она хотела мне что-то передать. Мы не говорили о тебе. Я понимаю. Если это все, то я пойду. Не все, но ты можешь идти. Ведьмак, я не хочу... Не хочу тебя больше видеть. Помощь нужна? Так мы и сами справимся. Это точно. Еще как справимся. Бочки-то доверху полные. Но сейчас мы чутка отольем. Грядут перемены. Это точно. Нильфы бегут. Оказалось, ничем ты их не возьмешь. Вот и венцо свое бросили. Мне пора. Удачи вам. А вы куда? До корчмы, надо думать? Да, но сперва мне надо кое с кем встретиться. На месте старого нильфгаардского лагеря. Бывайте. Интересно, зачем он это им говорит? С кем ему надо встретиться? Это, в принципе, не их дело. Ну да ладно. Скачем до разрушенной крепости. Видимо, это еще не все. По сюжету нас что-то наверняка еще ждет. Так, помощь, помощь. Никому помощь не требуется. Чуток левее. О, прям знакомые места. Ай, блин. Так. Ну да. Только теперь здесь нет охраны. Вроде бы даже пусто. Мастер Орд. Хм.
Что-то его задержало. Ты опоздал. Солдаты! Перекрывают дороги, знаю. Ничего страшного. Ты принес, что я просил? Все как договаривались. Клинок 38 дюймов с половиной, вес неполных 40 унций, сердечник из сидеритовой стали, окован серебром. Глифы и рунические знаки на гарде и по всей длине клинка. Красивый. Я в этом ремесле уже 30 лет. Мои товары только для лучших бойцов и фехтовальщиков. Ручаюсь, что лучшего оружия не было еще ни у одного ведьмака. Я знаю твою репутацию, мастер Орд, и не сомневаюсь. К тому же, как вы хотели надпись. Зираэль. Ласточка. Руны старшей речи. Классической. Без стилизации. Точно и просто. Можно? Он ваш. Если желаете попробовать, я велел подмастерьям поставить тренировочную куклу. Да. Вот плата. Только драгоценные камни, как просил. Если вы ищете заказов, я слышал про Стрыгу в Мариборском лесу. Благодарю. Мне сперва надо заглянуть в корчму, а позже кто знает. Удачи на пути, ведьмак! Надпись «Зираэль» оригинально. Это корчмы. Пилить-то сколько? Так, мост плакальщицы. О, я даже предлагаю это сделать быстро. А, вот люди появились. Но, опять же, без охраны, как таковой. Отправляемся на мост. Ну вот. И кто же нас ждет здесь? Все? Да. Он тебе поверил? Понятия не имею. Это закуралиска. И у нас есть новый заказ. Платят скверно, но хоть как-нибудь. Я вижу, ты не теряла времени даром. Это твой. Ведьмачий меч. Ласточка. О, чудо. Можно? Лучше не здесь. Скоро у тебя будет возможность его испытать, ведьмачка. Значит, надо его испробовать. Война с Нильфгардом закончилась полным торжеством южного захватчика. Лишенные тактического гения Родовида, королевство Норлингов не смогли противиться бесчисленным легионам Эмгыра. Черные знамена взвелись над Новиградом и рядами.
Измученный неустанными набегами этих мерзких партизан, Эмгыр Вар Эмрейс согласился вновь признать их королевство на правах своего ленника. Темерцы сложили оружие, а император, благодаря этому, смог сосредоточить силы на других фронтах. Так, благодаря победе Нильфгарда, темерцы вновь обрели свою отчизну, а история, в которой уже раз показала, сколь любит причудливые сюжеты. Расправившись с Родовидом, Эмгыр Вар Эмрейс рассчитался затем и с внутренними врагами. Верные императору шпионы раскрыли всех состоявших в заговоре против него купцов и аристократов. Хотя их бунт никогда не выходил за границы туманных планов, император не знал жалости. Как всегда. Хотя война на континенте уже закончилась, Хьялмар не сложил оружие. Молодой король поклялся, что каждую весну будет разорять берега ненавистной империи Нильфгарда. И собирался сдержать слово, хоть бы ему пришлось для этого утопить скеллиги в крови своих соотечественников. Цирилла Фиона Элен Рианон, наследница Нильфгардского престола, избрала жизнь на пути ведьмаков. Геральт научил ее всему, что знал и умел сам, а затем каждый пошел своей дорогой. Вскоре легенды о подвигах ведьмачки с пепельными волосами разнеслись от Яруги до гор Ковер. В то время как короли передвигали границы, Геральт и Йеннефер вели спокойную жизнь вдали от большой политики. Их дни протекали в неспешных прогулках и долгих разговорах. Завтракали они уже хорошо за полдень и, конечно, чаще всего в постели. Скучно, скажете вы? Может быть. Но оба они не желали ничего больше. Красота! Ну что ж, друзья, это конец прохождения игры «Ведьмак. Дикая охота». Для вас ее проходил Александр Плав. Всем большое спасибо за просмотр и то, что продолжаете поддерживать канал Rus Game Tactics. Скоро будут новые прохождения. Не забывайте подписываться на канал, ставьте пальцы вверх. Всем удачи, играйте в игры. Всем пока!